У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хреном. У меня много друзей, евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа. Вы не закрываете дверь для дипломатии с западными лидерами, и вы открыты поиску мирного регулирования, так? Мы не закрывали никогда. Это они решили там прикрыть в щелку, заглядывают к нам, с вашей помощью в том числе. Когда я слышу, что вот вы попадете в зависимость от Китая, а вы не попадете? Вы уже давно попали. Понимаете, в чем дело? Попали давно уже. И ничего, вроде как. Им хорошо попадать. Как можно заставить какую-то страну с многомиллионным населением сказать, не покупайте у России зерно, голодайте, пусть ваши люди умирают от голода. Ну кто так может сказать? Если кто-то может, какой-то придурок так и говорит, его слушать не будут.